Мы отказались печатать Путина. Это был первый раз, когда мы вернули деньги клиенту и отправили его в черный список навсегда. В конце покажем почему. Однажды нам написала девушка с просьбой напечатать репродукцию двух портретов. Другие мастерские отказали мне, но мне очень нужно напечатать эти картины. Одна надежда на вас. Возьметесь? Нам сразу показалось странным, что кто-то отказывает в печати портрета. Но мы не придали этому значения и согласились. Через 2 часа девушка присылает архив с картинами. Когда я их открыла, поперхнулась чаем. Оскорбительный портрет президента – это ладно. Думаю, ему не привыкать. Но на второй картине были оскорбления в адрес россиян и призывы к разжиганию межнациональной ненависти. Такое печатать нельзя. Мы без раздумий вернули деньги и отказали в печати портрета. После этого девушка начала писать злобные оскорбления в наш адрес и в адрес России. И мы забанили ее навсегда. А это одна из тех картин, которую мы отказались печатать. Как думаете, правильно поступили?